Абснахадея и Хабрият был вчера министр Ирихзала Абшгара Двупа Абхараканазейта Казахства Аяйрат Мухат Парад Ралахара Азара Япабширц. У автор Чагупюк Айлат Вараджихан. А важно, что палата Мадзанукку Илхатупов Данил Убирия и Хейт Абхара Казахстаз Азежпи Ашушпсазби Кавказби Айбешра Напсва Амхаджир Рукцараджа Аказахства Архара Акопха. Данил Убирия и Жокорула Асоциал Пхаджа и Кепхизашко Акырт Куэйгурган Рыбжак Дыргейт. Аурсан Батахаловича Ирчагулу Абсвачар Рыбжи Дыргейт Ха. А палата Аллахул Абисалом Кварчи Язгвейтейт Ашпу Ацаклыхаан Шидикула Запы Ихейт Айхабачей Айбашра Ветеран Шей Ачари Рейма Дарашипсычу Даразы Гитспе Афархатара Атворух Ахерзымдруа Яхко Заралшойт Ашпу Ацурцраху и Пхазойт Яра. Я чувствую свою вину, что такое вообще обращение появилось. Мы потеряли связь с нашим молодым поколением. Понимаете, мы не смогли до них довести. Вот на грани чего мы стояли, мы как-то после вот этой победы, вот этой эйфории, мы немножко, понимаете как, мы имеем какие-то ошибки, это результат наших ошибок, то, что вот произошло. У нас такой массовый героизм был в Абхазии, если каждую историю рассказывать, многие наши ребята и не знают, какими людьми мы имеем дело сегодня, какие заслуги, на что мы шли. Это была непростая война у нас. Понимаете, я хочу, чтобы ребята это прочувствовали и понимали. Это не было просто покорить Абхазию и там установить свой протекторат. Задача стояла уничтожение абхазской нации. Санкции всех великих держав. Даже я помню тот случай, молодые ребята, они тогда, может, мяленькие были еще, когда такой был председатель Народного фронта Грузии, господин Натадзе, приехал в Гулерипши, собрал грузин и говорит, Гамарджобат Абхазия был. Он им хотел внушить местным населением, Абхазы это они, а мы абсуйцы вообще пришли неизвестно откуда. Понимаете, война шла не на учебу, война шла на то, что нас хотели лишить родины. Я хочу напомнить, что когда создавалась конфедерация горских народов, которая сыграла решающую роль в этой войне, чтобы защитить именно нашу идентичность, защитить наш этнос, казачество вступило в конфедерацию горских народов. Абисалом Курджио Баския, Згвейтей Тайбешра Рабхепьямш Курза Мушни Хварцкия, Приднестровья Пи Аказакцва и Цирхраан Гумстапи Ахаргварта Кошукайтов. Я Айткулан, Айбешра Турух Здрува Заги Ирбартов, Аяйра Агара Усахна Аказакцва Арлагала Шмачам. Из Лацвалю Зашпу Автор Чирхейт Ваан Заги Аполитик от партии Хорхатарнакцва Аказакцва Аппарат Раллар Хураза Ахамта Кошукарцахез. Уя так сатула хавда и усбарта а эксперт Куша Анавхгой Аслан Барцисия Згвейтей. Урта Хамтаква, черная сотня захзу, оказаться в губ Эйд Накулу и Шрызгыз. Подписываюсь и сегодня под каждым тогдашним заявлением и подчеркиваю, что черная сотня не может быть никак представлена в Абхазии, ни в какой форме, ни сегодня, ни завтра. А палата Аллахула Цвирихейта Шпафтар Цвирику Цбарца Абхара Шрырым Таз Аха Асипшику Аззараква Аполитика Пейндатла Раджа Ахрар Хорашьяшам. Кто вам сказал, что закончилось время, когда Аллахандерхо Заамта, Аллахорандерхо Аамта, Аэшедандерхо Аамта, Уреваамта Нымцадзи, Айбешраамта Нымцадзи. Сгуяна года брейто, я харю шапхехет Иван Цышбешко, Хабгобхарала, Псныга Айбешрияз, а казах Цвахиналаца. Шапхехон. Я мыпхет Шигадзе. Ознакомьтесь с этой литературой. Посмотрите эту книгу. Даурина пшибатимургу гухия абсолили хопшра.